Здравствуйте, видеообзор на ноутбук. Вот, проверка через Hallmark. Температуру держит хорошо. То есть полноценный рабочий. Так, дальше. Электропитание. Степень износа 34%. Включаем, вставляем. Без сети работает. Так, монитор. Попросили монитор. Все характеристики есть. Вот характеристики самого. Дальше идем. Кристалл диск. Состояние отлично. Так, проверка клавиатуры. Клавиатура полностью работает. Дальше. Тест на видеокамеру. Видеокамеру показывает. Так, дальше микрофон. Раз-два, 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 раз-два. Раз-два, 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 раз-два. Микрофон есть. Также подключили Wi-Fi. Проверка работы Wi-Fi, то есть звука. Которые отличают звание в изнуритель. Wi-Fi отлично работает. Так, тест на монитор набитые пиксели. Подожди, нет, стоп. Я сейчас занята, подожди. Пока закончишь. Как закончу, я тебе позвоню. Давай. Так, в принципе, с этим все. Дальше проверим работу. Если на стадии, USB выходов. Все USB выходы работают. Так, в комплекте идет провод. Зарядное устройство. Состояние у него хорошее. Так, дальше идем. Внешний вид сверху. Также вблизи. Так, вот, по бокам. Так, с
сразу скажу, одного болта не хватает, вот. Что днём стоит? Так, модельки, вот. Модель. Покажу углы. Вот. Разъемы всех окушек. Состояние более-менее нормальное. Единственное, здесь небольшие есть потертости. В целом полностью рабочий ноутбук.